Набыць гатовы бізнес альбо пабудаваць з нуля. Кожны робіць выбар самастойна. У тых, каму бліжэй першы варыянт, ёсць магчымасць у гэтую пятніцу стаць уладальнікам 49% акцый адкрытага акцыянернага таварыства «Гасцінічны комплекс «Жлобін». Сёлета да продажу прапануюцца пакеты акцый ад 10,5 да 100% устаўнага фонду 26 адкрытых акцыянерных таварыстваў. З усімі прапановамі можна азнаёміцца на сайце Камітэта дзяржаўнай маёмасці. Пастроіць бізнес з нуля задача непростая. Намного проще приобрести уже готовый, действующий бизнес. Для этого необходимо купить у государства принадлежащие ему акции. Интересы взаимовыгодны. Инвестор получает налаженный бизнес, государство – поступление в бюджет, а акционерное общество – активы в виде денежных средств, либо имуществ. Стать акционером также есть возможность и у граждан Республики Беларусь, владельцев чеков имущества. Они могут обменять их на акции открытых акционерных обществ. Но это стоит сделать до конца этого года, так как срок обращения чеков имущества завершается. Все операции по обмену чеков имущества осуществляются в Беларусьбанке при предъявлении сертификата и паспорта гражданина Республики Беларусь. Сегодня до обмену пропонуется 170 открытых акционерных товариств, как буйных предприемств, так и невеликого регионального значения.